Во всех школах Татарского района начался новый учебный год. 1 сентября в 11 утра в заведениях прошли торжественные линейки. Для учеников в этом году подготовлено много нововведений, одно из которых – полный запрет использования смартфонов на уроках. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Российской Федерации. К новому учебному году 7 школ нашего района получили современное оборудование. В 12 учреждениях отремонтированы кабинеты, лаборатории и закуплена мебель. Это праздник. И к празднику мы готовы. Хотел бы вам доложить, что система образования нашего района в этом году приросла новыми объектами. Всего у нас почти 340 новых компьютеров мы получили в систему образования района в этом году по всем нашим школам. Центр образования «Точка роста» в новом учебном году начали свою работу в Киевке, Северо-Татарском, Лопатино, Неудачино, Дмитриевке, Казаткуле и Качневке. Очень важной ценностью является то оборудование, которое поставлено. А это цифровые лаборатории по химии, физиологии, физике, биологии. Это цифровые микроскопы, это комплекты робототехники и та комплектация, которую вы даже не представляли. У нас их в районе и не было. Я сейчас говорю о роботах, которые последние марки, робототехника, сегодня у нас в Качневской школе. С этого учебного года со школьниками будут проводить разговоры о важном. Каждая новая учебная неделя будет начинаться с классного часа, на котором педагоги обсудят с детьми волнующие их темы, включая ситуацию в мире и в стране. А лучшим ученикам будет доверено еженедельно поднимать государственный флаг.